Отдых – долгожданное время, особенно после тяжелой рабочей недели. Особенно актуально это в разгар лета. Июль – это традиционный сезон отпусков. Ну а если вы еще не на любимой даче или турбазе у реки, и все, что можете пока себе позволить – это незабываемые выходные в городе, где-то недалеко от дома, то следующий сюжет с интересными идеями прямо для вас. Для кого-то идеальный отдых – это прогулка в парке, кто-то же предпочитает более активный отдых – сапы, байдарки, велосипеды, поход в лес. Впрочем, для некоторых и диван может быть приятным времяпрепровождением. У всех понятие отдыха свое, но часто людям просто не хватает идей, как его сделать более продуктивным и экспрессивным. А варианты есть. Для тех, кто жаждет ярких эмоций, подойдет фестиваль красок Холли. Он состоится 9 июля в 18:00 на городском пляже. Это будут 3 часа веселья, сотни участников, дискотека, конкурсы, призы и, конечно же, море красок. Для влюбленных же пар всех возрастов 9 июля в 15:00 у торгового центра Рио пройдет парад влюбленных. Это большой семейный праздник, где ожидается много интересного. Яркие фотозоны, развлекательная программа для всей семьи и выступления артистов. Еще один интересный вариант времяпрепровождения летом – это прогулка на теплоходе. С необычного ракурса можно будет по-новому увидеть исторический и культурный центр города, познакомиться с интересными городскими пейзажами и приятно провести время. А после замечательной прогулки на теплоходе вы можете получить приятный бонус – скидка 10% на посещение обзорной площадки в бизнес-центр «Тверь». Только не забудьте билет. Представьте, какие виды будут перед вами с высоты птичьего полета – 77 метров. Почти весь город как на ладони. Городские улицы, дома, церкви и Волга с мостами. Все это в бизнес-центр «Тверь». А если вы найдете время отправиться чуть подальше, то лучше всего восстановить силы и надышаться чистым воздухом, конечно же, за городом. Прекрасным вариантом семейного отдыха может стать, например, посещение базы отдыха Орленка на Селигере. Не оставит равнодушным своих гостей расположенный в Сосновом Бору пансионат «Сокол». А с комфортом можно также отдохнуть и в знаменитом Селигер Палас отеле. Несмотря на большое разнообразие вариантов отдыха, по-прежнему актуальным остается поход в кино. Тверичане и гости столицы Верхневолжья уже по достоинству оценили современный кинозал киноконцертного зала «Панорама». Здесь просмотр будет только в радость. Удобные кресла, прохладный зал и любимые напитки с попкорном. Впрочем, совсем не важно, как вы проведете свой уикенд. Дома, в городе или на природе. Самое главное, чтобы вы по-настоящему отдохнули. Хороших выходных!